тут впервые, сэр. Я иду в дом цветов, если вы, головорезы, что-то задумали. Мадам Сяо, Сяо ждет вас, сэр. Я вас провожу. Следуйте за мной. Расфуфыренного петуха привели в курятник. А я поиграю в лесу. Надеюсь, это не брак. Если меня увидят с вашими цветочками, мне конец. Не волнуйтесь, сэр. Немногие могут позволить себе билет в дом наслаждений, мадам Сяо. Три кошелечка готово. Думаешь, благородные не гадят друг другу так, как вы, мужичок? Будем возвращаться. Так, спокойно. Ну, кстати, меня начал палить, я вовремя все-таки скрылся. Будь у меня дворец в Дейпорте и вдоволь мака, я бы позвал девиц к себе. Да, что-то есть. Давайте это заберем. О, да. Так, а вот смотрите, как-то тут еще можно пройти, нифига себе. Какая-то секретная локация, что ли? И как мне туда попасть? Да, скорее всего, никак не получится. Сейчас посмотрим еще. Вот там, видите, дверь напротив есть. И там какая-то комнатушка интересная. Надо заглянуть, посмотреть. Кстати, опасная ваза стоит. Так, у этого чувака можно что-нибудь украсть? Так, аккуратно. Нет, у него ничего нет. Щиток, но хотел бы сразу предупредить, что кусачками пользоваться нельзя. Если хочется сделать 100% фантома, то нет. Никаких кусачек. И никаких обезвреживаний ловушек. Ну, я уже понял, что дверь здесь не получится открыть. Там вот еда у нас торчит. Может быть, есть какой-то другой способ туда пробраться. Да, давайте тут попробую. Может быть, получится. Так, это мы не трогаем. Да, боюсь, что нет. Туда выше тоже никак не залезть. Ну, пойдем тогда. Куда показывает метка? Так, я прохожу. Никого не трогаю. Да. Все нормалек. Ну, смотрите. Что-то может быть здесь интересное. Ты ждешь от меня помощи? Нет, нет. Новая карта. Какое-то, видимо, интересное место. Так, но я пока ничего интересного, если честно, не вижу. Не отходите от меня. Я знал, что мадам Сяо Сяо устроила свой вертеп в тайном месте. Но здесь... Защита от любопытных глаз дорого стоит, сэр. Что дорого, это точно. Мне бы сейчас чарочку подлива. Так, один пошел здесь. Патруль. А, вон, повезли этого расфуфыренного петуха. О, добрый вечер, сэр. Это мой... И правда, кареты не хватает. Так... Снова у нас новая карта. Но там кубок был. Ну что, прыгаю. Я бы мог за ним, конечно, спуститься, но... Пожалуй, не получится у меня сюда снова забраться наверх. Так, а если я перепрыгну? Нет, да? Ну ладно, ничего страшного. Значит, там ничего не было. Раз туда нельзя перепрыгнуть. Да, вон они идут. Я, конечно, весь в коже. Но за танцовщицу кабаре меня, скорее всего, не примут. Надо прокрасться внутрь. Мы вас ждали, сэр. Позвольте ваше приглашение. О, приглашение? Ну да, конечно. Оно у меня вот тут. Нет приглашения у него. Мадам Сяо Сяо молодец. Даже несмотря на то,
Что, может быть, это какая-то важная шишка. Правила едины для всех. Блин, кто там ходит? Так, что здесь? Вазы, 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 кувшины. Получится туда запульнуть стрелу. О, да. Yes. Так, а теперь попробуем забраться. Что нам это даст? И вверху? Да, вверху? Тут одни тайны. Даже у меня есть пара секретов. И вверху что-то еще есть. Забежим туда. Снова новая карта. То есть достаточно такое... Если буду стараться, спрятанное место. Меня за главного. Так, кошелек у него есть, я что-то не успел обратить внимание, если честно. Ну, наверное, нет, потому что они там очень хорошо стоят. А может быть и есть. Тут похоже, что это какой-то секретный лаз, и неприятностей здесь особенных не должно быть. Новый трофей. А, кстати, давайте посмотрим по, например, целям на эту главу. Ну, к примеру, быть невидимкой. Это стандартно, наверное, для каждой главы. Стандартное испытание будет наверное, использовать стрелы, судя по значку. Оглушение сверху — это не для нас. Украсть все. Можно постараться приблизиться максимально к этому показателю. Ну что же, 5 ценных трофеев здесь. Один я уже нашел. Поехали дальше. Тоже спокойно, да? Спасибо за охотничью стрелу. Еще огненная стрела. Как же это здорово. Маг. Как раз концентрация закончилась. И еду тоже, естественно, друзья, забираем. Так, и где мы с вами оказались? Где-то оказались. А, ну, в общем-то, это то же самое место, где мы и начали эту главу. Где я еще сокрушался, что нельзя пользоваться кусачками, а хотелось бы попасть в эту комнату. Ну вот, есть обходной путь здесь, как мы... В этом успели убедиться. Так. Так, спокойно, что-то я... Больно. Да, два есть у него кошелька. Надо украсть. Не могу пройти мимо, потому что там... Может быть, богато по наличности. Ну и тут тоже. Какой-то трофей. Не ценный, но... Древний сосуд. Но было бы странно, если бы два подряд трофея рядышком прям тут были. Что ж, пойду сейчас поднимусь по лестнице наверх, подожду того чувака. Тихо. Может, я сегодня посплю? Ну да, нужно присесть. О, я мог бы столько всего рассказать о том, что тут творится. Ага. Так, а здесь я могу забраться, интересно? Блин, а как же я там... А как же я туда проскочу теперь? Вот дела. Так, надо карту смотреть. Но тут пока кроме лестницы я ничего не вижу. Может, найду себе сегодня девку после смены? Нет, мимо этого точно пройти не удастся. Вот если только здесь запрыгнуть... Ну, можно попробовать, конечно. Сейчас он пока смотрит. Давайте я попробую встать в полный рост. Мадам исчезает на несколько часов. Что она делает? Нет, к сожалению. Увы. Ну что ж, тогда два кошелечка уплывают от нас. Никакого хода другого нет. Ну да. Увы, друзья. Ну что же, не будем в любом случае отчаиваться. Мы идем дальше.
нас ждут другие испытания. Наверное, не менее сложные. Не пускают этого петушка. Конечно, можно попробовать обратно туда залезть. Но там очень крутой был... Блин, чуть вазу не задел. Там был очень крутой спуск, и поэтому я сомневаюсь, что удастся снова туда пролезть. Что-то наверху тоже может быть. Но посмотрим тогда, что внизу здесь. Огромный рычаг. Но это вход туда, в этот дом цветов, в этот бордель. Мы обязательно его активируем, но после того, как проверим, что здесь наверху. Пожалуй, я очень осторожен, раз перемещаюсь преимущественно именно приседью. Но лучше лишний раз подстраховаться, чем потом расстраиваться по поводу не стопроцентного фантома. А, похоже, пути обратно-то и не будет. Здесь же я не смогу подняться, да? Ну, значит... Значит, идем. Это путь в один конец у нас. Птички улетели. И здесь очень тихо. Кто-то безумный, безумный архитектор соорудил подземный город. И надо признать, у него это неплохо получилось. Крыша, правда, протекает. Ну да. Ох, как мне знаком этот звук. Ну, это стражники, которые вместо сна должны следить за порядком. Но, наверное, чрезвычайные происшествия здесь происходят не очень часто, поэтому тут вполне допустимо, что они позволяют себе уделить минутку-другую хорошему сну. У мадам, наверное, полно чудо-тоника. Можно начать с покоев, мадам. Заодно набью карманы, если я там никому не помешаю. Кажется, я узнал своего кузена. В маске ему гораздо лучше. Ой, как жестоко. Как-то много здесь людей, я себя чувствую не очень комфортно. Но хотя бы в тени. Ложка. Ложка бесценна. Клиенты не будут напрягаться, даже если увидят Гаррета. Поэтому это такое небольшое, но весьма своевременное послабление. Легче будет пройти. Так, еще кошелек. Мне начало вести на кошельке. Смотрим на план. Да, нужно заглянуть вправо сейчас. Там какие-то большие помещения тоже. Эй, Сьюзи, ты же знаешь правила, мадам. Давай руками не трогать. Ну, может быть, после смены. У тебя есть план? Нажму конец и попрусь домой, как обычно. Я заболеваю. Я это чувствую. И он за ней. Ну и хорошо. У него тоже есть кошелек. Везде этот мрак. Так, девочки. Что вы там задумали? Ведерко для опиума почти пустое. Поможешь мне? Я пока вожусь с напитками. Я подойду, как закончу. Целая куча опиума. Загрузить им насос. И всем сладких снов. За баком скрыт механизм. Он контролирует заслонки. Мадам говорит всегда заглядывать под маски. Но они такие паранойи. Хорошо, когда они засыпают, не закончив. Так их легче нарисовать, это точно.
Ну вот, какое-то техническое помещение. Может быть, как раз и здесь нужно этот баг отключать, но вы уже знаете, что я скажу по этому поводу. Я скажу, что нам нельзя ничего отключать. Максимально. Осторожно, нужно подходить к такого рода вопросам. Ну, сложно, да, конечно, в Фантоме. 100%. Да еще и быть невидимкой. Но кто сказал, что будет легко? Ну, давайте послушаем. Что-нибудь из Торберна, придется стирать простыню. Но здесь его занудный дружок Горацио, как там его? Yes. Еще еда. Вот, щиток этот самый. Это уже третий, кто хотел, чтобы я играла дешевую шлюху. Бедолаги. Дома в грязные игры не поиграешь, а по-настоящему на улице они боятся. Я бы, конечно, с нее еще ошейничек бы снял, который блестит. Там просто не с чем работать. Ах ты, бедняжка. Я слышала это, как гладить черепаху. Я это запомню. Жесть. Пошлятина сплошная. Ну а о чем мы еще здесь им говорить? Только о чем-то своем профессиональном. Так, вон она пошла. Эх, я бы сейчас, конечно, за ней бы. С удовольствием бы. Так, а ты, девочка, что будешь делать? А, в общем-то, деталь, на которую я сначала внимание обратил, там птица у них сидит. Поэтому без резких движений. Так, куда она пойдет? Наверное, на работу? Ё-моё, это что было? Типа она меня не видела или что? Не совсем понятно, сейчас посмотрим. По статистике, может, это просто баг какой-то был. Ну да, меня не заметили пока что. Хочется есть. Блин, где ты там? А, вон она. Блин, не вовремя. Очень болит спина. Ну ладно, тогда я полез сюда. Посмотрим. Я бы мог, конечно, с нее снять. Это ожерелье, но там... еще какой-нибудь баг будет, и она меня запалит. Мне бы не хотелось бы этого. Я лучше сейчас здесь. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Так. Ха, прыгнуть нельзя. Yes. Надеюсь, она вернется не скоро. Так, она там еще застряла до сих пор, да? Так, птичка, 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 ты меня не видишь. Так, еда. Забираем. Не, она там застряла. Надо все равно побыстрее. И за ножниц перся сюда. Ну ладно, все равно неплохо. Так, стеклотара мне влезет? Нет. Что здесь? Здесь просто можно хорошо спрятаться. Спать хочу. Если уж на то дело пошло. Неужели все тихо? Жесть! Чуть не попался ему. Боги на пороге. А он-то и не подозревает, что я за ним слежу, да?
готов. Готов, голубчик. Надеюсь, тот ублюдок ее больше не тронет. По кругу ходят. Но этого стоило ожидать. Говорят, они сжигали труп. На открытом... Ох, 35. Ужасно. И где, говорите, это случилось? О, капитан, вы такие ужасы рассказываете. Это новости с наших засранных улиц, девочка. Там все меняется. Успел. Блин, кто кряхтит, мать их, так. А, вон там еще что-то валяется. Так, у тебя что-нибудь можно украсть? Золотой мой. Так, вон они сейчас там встречаются и... Все будет чики-пуки. Там говорят, что в канализации только дерьмо и эхо. Вот так. Я в жизни ничего такого не слышала. Одни собирают шедевры из куб. Так. И куда пропали все звуки? Yes. Так, вот здесь видел, да, еще бокальчик. Кстати, где эта баба? О, еще одна птица. Так, лучше я спрячусь, потому что он сейчас, по идее, должен снова идти на очередной круг. Ну, подождем, посидим. Надеюсь, это не мрак. Все, выходим. Ну а кому сейчас легко? Так, рискнуть ли? У птички взять? Не, не рискну. Нафиг надо. Пошли наверх. Так, по плану здания. А справа мы все исследовали, поэтому нормуль. Так, отлично. Сегодня я сделал много страшного с самого утра. Исповедуйся мне, а потом мы будем грешить снова. Ну что тут у нас? А сколько у нас времени? Похоже, это была отличная точка для наблюдения за клиентами. И за самим процессом, видимо. Кто-то очень любил это делать. Тут ничего. Сейчас посмотрим. Там у нас охранник ходит. Ну, стандартно. Так, а это не та бабенка наша? Нет. Это обычная девочка с клиентом. А куда бабенка скрылась, кстати говоря? Тут ничего интересного. Давайте подсмотрим. Ну не, они спокойно лежат. Ну, раз они не реагируют на Гаррета, давайте сюда войдем. Дверь оставить открытой? Да без разницы мне пока. Кажется, не стоит заморачиваться, потому что я все равно обратно туда пойду. О-о-о, письмо. И это комбинация Койла. Созвездие Корона, Дом Цветов, удовлетворение всех страстей. Мать их так. Ну что ж. Ну, на всякий случай потихонечку пойду. Все, до свидания. И пошли, теперь выходим в коридор. Да, где мы с вами? На другом этаже, на верхнем этаже. И снова нужно будет... Снова нужно будет напротив
А, вон она пошла, слава тебе, господи. Так, здесь проверю. Наверное. По-моему, вот эту лестницу я не проверял. Да. А, понял. Ну да, здесь мы не были. Посмотрим.